Давай, давай, прям в упор. Давай, давай, давай. Это Барнаул. Осень 2020-го. Самосвал действует по отработанной схеме. Строительный мусор до полигона бытовых отходов доезжает не всегда. И в этот раз оставляют на стихийной свалке недалеко от крематория. Зимой ее обычно заметает, но мы, приехав на место, обнаружили, что кто-то расчищает площадку. В этом специальном репортаже мы попытались понять, насколько серьезной стоит проблема утилизации строительного мусора для Барнаула, кто, как и куда его вывозит, как должно быть по закону и есть ли этот самый закон. На месте, которое расчищают за крематорием, находим уже первые кучи ломаного бетона и мешков с битым кирпичом. Кто все это сюда привозит, можно только предполагать. Нелегальные перевозчики по объявлению, строительные компании, частные и юридические лица. Что примечательно, незаконная свалка находится в нескольких сотнях метров от официального мусорного полигона. Но до него даже в самый горячий строительный сезон доезжает лишь около 1000 машин в месяц. Это малая часть тех строительных отходов, которые образуются в городе Барнауле. Примерно, наверное, может быть, 1/20. Все остальное идет во овраги, на отсыпку всевозможных временных площадок, дорог и прочие места. Почему не все строительные отходы доезжают до полигона? Ответ простой. Проще вывалить на несанкционированную свалку бесплатно. Так и поступают многие перевозчики по объявлению и владельцы частных домов. В большинстве случаев по факту размещения строительных отходов в неустановленных местах привлекаются к ответственности физлица, которые предоставляют неофициальные услуги по вывозу отходов или производят сброс отходов с территории своих домовладений. Физлица, производящие ремонтные работы и снос зданий, не исключение и обязаны осуществлять соответствующую процедуру, так как контейнеры ТКО не предназначены для строительных отходов. При этом захоронение 1 кубометра строительного мусора на полигоне обходится всего лишь в 250 рублей. Такой легальной услугой в основном пользуются крупные строительные компании, которые ведут квартальную застройку, реконструкцию, ремонт. А могут и подрядчики рекоператора, которые занимаются вывозом твердых коммунальных и иных отходов. В случае, как здесь, строительная компания заказывает несколько порталов у субподрядчика рекоператора, а их вывозят с определенной периодичностью на время работ. Несмотря на количество таких работ, проводимых в Барнауле, заказы поступают нечасто. Фирмы, которые у нас имеют действующие заключенные договора на обслуживание постоянное, их также буквально единицы. Заявки от частных лиц, проживающих в частном секторе и в многоквартирных домах, также поступают крайне редко. Особенно с учетом территории, обслуживаемой нами, населения проживающих на них, можно сказать, что оно абсолютно ничтожно. А везут люди вот сюда. А вот главные места, на которых и работают по стратегии «бросить и уехать». Берег Оби сразу за новым мостом, лес в поселке Ягодное, тот самый пустырь за барнаульским крематорием, а еще многие другие. Вот фотографии стихийной свалки на берегу Оби. Она уж, если можно сказать, профильная. Здесь оставляли именно строительный мусор. И еще одно из самых востребованных мест, о котором говорят мусоровывозящие компании. Это вот такие объемные порталы в частном секторе. Вот этот мусорный портал на улице Кутузова особенно популярен у тех, кто любит выбрасывать строительный мусор за бесплатно. Хотя предназначен этот портал для жителей вот этого частного сектора, а совсем не для юридических лиц. Но для последних он очень удобен. Вот проезжая часть, подъезжаете, нет никакого риска, что кто-то вас поймает или подождет в засаде, и на выезд. Вот и сейчас середина дня, а контейнер наполовину полон, и все не без того же строительного мусора, которого здесь быть не должно. Мы оптимисты, уверены, что уже к утру контейнер будет переполнен. Об этом говорят и местные жители, которые часто видят здесь машины с надписью «грузоперевозки». Так называемую стройку везут в порталы они, а платят барнаульцы. Даже на своих бункерах-накопителях встречали наклеенные и нарисованные объявления о предоставлении такой услуги частными лицами.
которые за минимальное вознаграждение готовы будут забрать любой объем строительных отходов и увезти их в неизвестном направлении. Как правило, мы с вами это знаем, это будет ближайший овраг, берег Оби или лесополоса. Таких объявлений в интернете множество. Владельцы небольших грузовых авто предлагают вывести любой груз и хлам. Понять, что вас обманывают, просто. Звоните и предлагайте вывести отходы от ремонта или стройки. Если вам отказываются предоставить чек, подтверждающий утилизацию на полигоне, можете быть уверены, мусор туда точно не доедет. Скажите, примерно 10 мешков, они полные, стоят возле подъезда, то есть нужно их загрузить. По стоимости сориентируйте меня, пожалуйста. Я думаю, 1300. Да, что без печеров, так сказать, и так далее. Угу. Так, еще управляющая компания требует с меня чек с полигона. Вон оно как. Ну, вот этого я вам, к сожалению, не могу предоставить. А почему? Потому что если я буду возить на полигон, то мне тогда по деньгам ничего не останется. Я больше за заезд на полигон денег отдам. Если вы готовы отдельно проплатить полигон, ну это вам невыгодно будет, правильно? Я просто, у меня есть яр, куда я вожу. А вот еще один способ распознать обман. Вам называют цену без учета стоимости захоронения на полигоне. Мы нашли такого перевозчика по объявлению и решили провести эксперимент. Проследить, куда уедет наш мусор при учете работы грузчиков, дороги с центра до полигона и захоронении 2 кубов отходов по закону. В этом нас уверили. Взяли с нас всего 1500 рублей. 500 рублей – это услуги грузчиков. Еще 1000 рублей – стандартная работа 1 часа газели. Куда же делись 500 рублей за захоронение на полигоне. Но деньги с нас взяли и повезли, а мы садимся на хвост. Машина долго вела нас по городу, заезжала на другие заказы, видимо, добирали мусор. В итоге ближе к вечеру затерялась где-то в промзоне на Новосиликатном. Любопытно, но за 3 дня после нашей неудачной слежки оранжевая газель с номерами, которые мы записали, так и не появилась на полигоне. Выводы делайте сами. А теперь попытаемся понять, почему многочисленные грузоперевозчики по объявлению устраивают несанкционированные свалки. Суть проблемы в том, что работа таких бизнесменов никак не регулируется и никакими документами не регламентируется. Серая зона. И налогов они не платят, и что самое главное, никак не следить, куда пропадает мусор. Об этом давно думают в общественной палате Алтайского края. Там эксперты планируют представить законодательную инициативу, которая поможет регламентировать сферу утилизации строительных отходов. Инициативу палата еще будет публично обсуждать с привлечением жителей Барнаула и края, экспертов, членов общественных советов и организаций. Экологи рассказывали о том, что происходит захоронение вот этих строительных отходов нередко прямо на самой строительной площадке. Не происходит сортировка строительных отходов, ну и, как я уже сказал, конечно же, не происходит их обезвреживание. Потому что в одном из передовых регионов, на опыт которых тоже мы стараемся ориентироваться, там орган законодательной власти согласился с тем, что необходимо регулировать обращение со строительными отходами. Передовой регион – это Подмосковье. Здесь уже утвердили новые правила обращения со строительным мусором. Например, исполнительные органы могут выдавать разрешение на перемещение так называемой стройки. Устанавливается обязанность юрлиц и индивидуальных предпринимателей получать такие разрешения в обязательном порядке. Плюс техника грузоперевозящих компаний будет снабжаться устройством ГЛОНАСС, чтобы отслеживать перемещение отходов и гарантировать, что они поступят на полигоны. Так члены общественной палаты планируют сделать и в Алтайском крае. Кто может осуществлять деятельность по транспортировке отходов? Сейчас, по сути, хоть кто. Но это необходимо урегулировать, поскольку транспортировка – это вещь очень специфическая. Транспортировка твердых коммунальных отходов – это лицензируемая деятельность. Транспортировка твердых строительных отходов, она тоже должна быть лицензируемой. Либо как альтернатива, индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо, которое занимается деятельностью по транспортированию строительных отходов, отходов сноса зданий, сооружений, должно будет получать соответствующее разрешение. Это тоже как альтернатива лицензированию.
Проще говоря, обязательное лицензирование транспортирования отходов пятого класса позволит сократить количество несанкционированных свалок. Ведь муниципалитеты края тратят значительные средства на ликвидацию мусорных завалов, в том числе и строительных отходов. На территории Барнаула за год ликвидировано 10 несанкционированных свалок. На это, по данным администрации города, потратили около 2 миллионов рублей. Участок, на который расходуется немалая часть этих денег, Барнаульский микрорайон Затон. Достаточно часто встречаются такие моменты со свалками. Свалки убираем либо собственными силами, либо силами привлеченных организаций. В Затоне на лугах таких точек достаточно много, ну, наверное, до 10 можно насчитаться. Периодически мы их зачищаем, вывозим, ликвидируем весь этот, всю эту свалку. И, к сожалению, к большому, обнаруживаем заново вот этот строительный мусор на своих лугах. Внедрение опыта Подмосковья в теории должно помочь бюджету еще и заработать, ведь большая часть стройотходов – это ценные вторичные ресурсы – бетон, кирпич, стекло, лом черных и цветных металлов. В рамках урегулирования отношений по ликвидации строительных бытовых отходов стоит не забывать о том факте, что зачастую подрядчики, как правило, просто-напросто продают вторичное сырье, те же самые кирпичи, те же самые металлоизделия и так далее. В общем, все то, что пригодно для повторного использования. И бывают ситуации, и такие случаи известны, это делается в рамках так называемой теневой экономики, то есть никак не отражается в документах. Вот, и это... По факту это предпринимательская деятельность, да, потому что извлекается дополнительный доход. И мы понимаем, что вот с данного вида деятельности у нас не идут налоговые поступления в бюджет нашего региона. Эксперты и участники рынка озвучивают еще одну проблему – использование строительного мусора для отсыпки ям на дорогах. Такая деятельность тоже незаконна. Такой выбор влечет за собой привлечение к административной ответственности с предписанием об обязании виновного лица произвести уборку земельного участка в соответствии с требованиями природоохранного законодательства под непосредственным контролем Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края. Однако отсыпка или рекультивация указанными отходами может быть разрешена, но только в соответствии с проектной документацией и архитектурно-планировочным заданием, подготавливаемым уполномоченным государственным органом по градостроительству и архитектуре. Но есть много примеров, когда мусор отправляется даже не на отсыпку дороги, а просто на пустырь. Так, на проспекте Ленина, 129, аварийный дом сносила компания «Дорстрой». Сначала на работы обратили внимание недовольные жители, когда стена буквально вывалилась на тротуар проспекта Ленина, и пешеходы были вынуждены обходить его по проезжей части. Оказалось, мусор было некуда складировать. Подрядчик решил оставить его прямо на проезжей части. А когда жители возмутились, решил мусор увезти. К сожалению, данная подрядная организация частично строительный мусор утилизировала не на полигон твердых бытовых отходов, в результате чего комитетом жилищно-коммунального хозяйства с отделом по охране природы администрации города был осуществлен выезд на место складирования с приглашением данного подрядчика, где он подтвердил о том, что частичный мусор, который там находится, был складирован его организацией. Факт вывоза мусора от демонтажа дома на несанкционированную свалку выявлен, хотя такое решение подрядной организации является грубым нарушением муниципального контракта. Заключается контракт на снос дома с утилизацией строительного мусора на полигон твердых бытовых отходов. Данные затраты предусмотрены контрактом, и при сдаче объекта подрядная организация обязана отчитаться отчетными документами с полигона твердых бытовых отходов об утилизации строительного мусора. В случае, если подрядчикам не исполняется данное требование, однозначно работы не оплачиваются за счет средств бюджета города, ну и, соответственно, выясняется, для каких целей подрядчик использовал строительный мусор, и в случае, если данные объяснения не даются, то ведутся разбирательства по поводу привлечения его к административной ответственности за складирование мусора в несанкционированных местах.
То есть схема отработана, но бизнес находит лазейки. Поэтому в общественной палате предлагают еще одну меру борьбы с любителями устраивать несанкционированные свалки – фотоловушки. Приборы включаются и делают серию снимков, когда фиксируют какое-то движение в зоне действия. В местах, где нелегальные свалки образуются чаще всего, такие камеры окажутся наиболее эффективными. К тому же на въезде в леса можно ставить шлагбаумы. Органы исполнительной власти целого ряда регионов страны активно используют обе меры. Есть люди нормальные, 99,99%. Вот. Но есть 0,001 вот этого процента, которые, с которыми можно бороться только законом, наказанием, проверками. Как предполагают эксперты, большинство людей все равно понимает, что если их не поймают в момент несанкционированного сброса строительного мусора, ответственность за ликвидацию свалки ляжет на собственника земельного участка. Ведь убирать ее все равно придется и, как правило, за счет бюджета, то есть денег, которые можно было бы направить на благоустройство, развитие города или поселка. Именно поэтому сферу обращения со строительными отходами и планируют вводить в законодательное русло. We'll be right back.